Всем привет, с вами Тимон, и ребята, я продолжаю рубрику с блендером, где смешиваю разные вкусы, и в этот раз я хочу не просто смешать один вкус, я хочу смешать соленые чипсы Pringles с сладкой нутеллой. И посмотрите, сколько я закупил чипс Pringles. Все, что было в магазине, я все выгреб. Тимка в шоке, столько коробочек, да? И что в них интересно? Нет, не жучки. Для начала я хочу попробовать смешать просто вкусы Pringles и сделать из него смузи. Кто-то пробовал жидкие чипсы? Думаю, это невкусно. Давайте будем открывать пачки. Начнем с лука и сметаны. Тимка, что понравилось? Неизвестный запах, да? Теперь паприка. Пахнет так прикольно. А какой ваш вкус самый любимый? Я лично обожаю с сыром. Теперь оригинальный. Но это просто с солью. Не самые прикольные чипсы. Кстати, я, блин, ни разу не пробовал паприку. Дайте хоть попробую. Неплохо. Я лично не люблю паприку в других брендах, но у Pringles очень вкусная добавка паприки. Тимка, ты тоже хочешь чипсы? Не, нельзя. Не еда для сурикатов. Все, обиделся, ушел. Ну и давайте закинем в блендер все вкусы по чуть-чуть. О, неплохо так, посмотрите, какая башня получилась. Тут 7 видов вкусов, и интересно, какой вкус получится из этого. Запускаем блендер. Да, прикольно, так и перемолол в труху. И теперь я хочу попробовать один этот общий вкус. Ну, скажу вам так, половины вкуса уже не чувствуется. Просто соленая труха, немного отдающая сыром и паприкой, самыми ядреными добавками. Ладно, давайте делать смузи из этого, может жидкость проявит новый вкус. А пока мы делаем жидкие чипсы, я хотел бы провести эксперимент с Тимкой. Ребята, у нас просто жесть. За одни сутки выпало больше 50 сантиметров снега, хоть и перед этим его вообще не было долго. Я хочу показать снег Тимке. Он никогда его не видел и вряд ли бы вообще увидел, так как в пустынях нет снега и никогда его не было. Вот так прикольно его гребет, а ему холодно, смотрите, он поджимает лапку, ведь сурикаты теплокровные. Да, думаю, снег ему понравился, только холодно ему, все, пошли отогреваться. Да, пока я грел Тимку, он уснул, и как теперь сниматься, ну что это за Соня? Ставь лайк, если вам нравится Тимка, я посмотрю сколько у вас, а то может и не стоит его снимать. Короче, вот что у нас получилось, мы добавили немного обычной воды в чипсы, и так как я хочу получить чистый вкус, но только жидкий. Ну, на вид это как детское пюре, вернее, даже кукурузная каша. Кстати, кто-то знал, что Pringles не из картошки делают, а из кукурузы. Так, давайте пробовать. Ну, жидкое состояние, конечно, все портит. Немного оно неприятно. Но по вкусу это офигенный микс из чипсы. Вообще непонятно теперь, конечно, из чего оно сделано. Это получился какой-то новый вкус. Очень солоноватым отдает, и непонятно, что это. Давайте лучше откроем тогда нутеллу и смешаем теперь соленое с сладким. Тимка, пробовал нутеллу? Кстати, он вчера у меня спер кусок шоколадки, и теперь он шоколадоман, он просто за ней пищит. Да, что-то пахнет. Да, ну непонятно. Не будешь. И правильно. Ну зачем тебе это есть? Я лично обожаю нутеллу. Кто тоже, пишите в комментариях, потому что Тимка меня уже начинает доставать. Да, он пока еще не распробовал. Ну это хорошо, не хочу ему это давать, иначе будет жесть. Погнали все смешивать. Поначалу блендеру было трудно, нутелла очень вязкая, она преобладает над чипсами, и поэтому я еще сделал одну порцию из чипс, чтобы чипсы были поровну с нутеллой по вкусу. О, такой видок. Ребята, она смешалась, только сильно пузырится почему-то. Нутелла, кстати, сильно покрасила с Принглсами. Теперь она такая, знаете, слегка шоколадная, это даже на капучино похоже. А пахнет очень приятно, и, кстати, не только шоколадом. Принглсы дают такой, знаете, резкий запашок. Думаю, они конкретно поменяют вкус нутеллы. Да, на вид это очень классно смотрится. Мы, наверное, открыли новый вкус какой-то, или вообще новый вид. Принглтелла или нутринглс. Напишите, как правильно. Ладно, пробуем. Короче, я даже не могу это описать словами. Шоколад очень, конечно, слабо чувствуется, так как кукурузная соленая каша из Pringles. Да, она конкретно его теняет, это вообще непонятно, что это. Но это вкусно, не сказать, что это супер круто, это типа соленая нутелла со вкусом кукурузы и разных добавок мивины. Короче, это странно очень. Но кто знал, что так получится, я надеюсь, вам понравилось, потому что Тимка очень старался, и он, кстати, просит вас подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Тимка, Тимка, не пробуй это. Ой, фу, да отстань, да отвали же.